На конкурс дети читают стихи. Здравствуйте, меня зовут Люба Романенкова. Мне 7 лет. Я живу в деревне Гарбово, Ленинградская область. Я учусь в 1-м Б-классе. Гарбовской школе. Я сейчас буду рассказывать стих, который называется «На воде будет дружить». Автора этого стиха Игорь Манин. Давайте будем дружить друг с другом, как птица с небом, как травы с лугом, как ветер с морем, поля с дождями, как дружит солнце со всеми нами. Давайте будем тому стремиться, чтоб нас любили звери и птицы, и доверяли повсюду нам, как самым верным своим друзьям. Давайте будем беречь планету, во всей вселенной похожей нету, во всей вселенной совсем одна, что будет делать без нас она?